Реализацию федерального приоритетного проекта «Безопасные качественные дороги» обсудили на совещании первого вице-премьера Рамазана Алиева. В рамках проекта разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры. По словам Рамазана Алиева, все запланированные мероприятия 2017 года по данному проекту были реализованы в срок. Объемного, такого большого ремонтного, наверное, фронта работ не было никогда в истории. Мы, жители этого города, мы знаем. Для реализации проекта в текущем году из федерального бюджета выделят 765 миллионов рублей, столько же из республиканского. На эти деньги отремонтируют более 120 километров автомобильных дорог столицы региона. Уникальный шанс нам выпал и продолжит эту тему в этом году. 765 миллионов федерация выделяет в рамках безопасной качественной дороги, ну и Автодор за счет республиканского фонда или фонда дорожного фонда 765 миллионов. Вот представьте, эти суммы нам нужно освоить на подъездных путях и внутри города Махачкалы. В общей сложности мы в этом году должны освоить эти деньги на 99 улицах города Махачкалы.